Я слышала о вступлении в силу европейской нормы, расширяющей права потребителей. Получается, теперь мы лучше защищены? Да, мы, потребители внутреннего европейского рынка, можем говорить о расширении наших прав с июня этого года. Евросоюз принял директиву о защите прав потребителей, которая, помимо лучшей защиты наших прав при покупке и обмене товаров в обычных магазинах, обеспечивает нам лучшую защиту и при онлайн-операциях. Очень важно и ценно, что документ защищает права граждан 28 стран-членов Евросоюза, то есть действителен для огромной армии потребителей. Теперь, если финский гражданин хочет совершить покупку на итальянском сайте, продающем товары немецкого, к примеру, производства, он полностью защищен положениями директивы на всех этапах сделки. Так, директива гарантирует возможность отказаться от покупки товара или услуги без объяснения причин в течение 14 дней, двух недель. Для поставщиков теперь установлены ограничения по доставке. После оплаты покупки она должна быть вручена покупателю не позднее, чем через 30 дней, если не оговорено иначе. No questions asked, 14 days, right of return. There are also some obligations on traders. Если вы решили вернуть покупку, то напомню, можете без каких-либо финансовых потерь сделать это в течение 14 дней. Директива также запрещает онлайн-продавцам навязывать дополнительные траты покупателям. Речь идет об опциях, напротив которых иногда уже заранее проставлены галочки. В ЕС теперь также запрещено взимать комиссию за оплату банковской карты интернет-покупок. Еще одно важное нововведение – постепенная отмена дорогих номеров телефонов для связи с компаниями или банками. Порой минута ожидания на таком номере обходится в 3 евро. Так вот, теперь всем операторам рынка товаров и услуг предписано обеспечивать клиентам возможность связываться с ними по разумной цене. Those are gone as well too, and the businesses must offer much more fair pricing for getting in touch with their customers. Хотите задать вопрос? Заходите на наш сайт или наши страницы в социальных сетях.